Милсами Олимпия 4-1. Спиранса 2. Команда из Гидигича выиграла. Вот такие вот детали. Такие эпизоды. Левым флангом атака Зимбру. Передача Кептине. Защитники Тирасполя. Попадение на этот раз без свистка арбитра. Многовато стало, конечно, от этих падений. Но, повторюсь, это все достаточно тоже логично. 67-я минута. Половина фактически играл Зимбру, но реализовал. Тренер, как говорят в таких случаях, заменой угадал. Появление Невуче оказалось решающим. На данный, по крайней мере, момент. Зимбру атакует в касание. Антон. Долго очень думал. Веллингтон. Передача. Гонсарь борется за этот мяч с Хауши. Защита уже на половине поля Тирасполя. Начинается финальный штурм, дамы и господа.
Веллингтон. Заброс в штрафную. Здесь, конечно же, не даст пенальти Габриэль Тупичко, хотя Вадим Кричмарь ему матчу. И 3 минуты есть у Зимбру, чтобы спасти сегодня игру, если они еще на это надеются. Ну, наверняка, конечно, надеются. Было бы странно, если бы уже-то опустили руки.